Я представляю кафедру дизайна мебели. Я ее заведующий, Блинов Андрей Константинович. Это, пожалуй, старейшая кафедра Академии. Первый набор специалистов с высшим образованием был сделан в 1945 году. И в 1950 был первый выпуск. Поэтому в этом году мы отмечаем маленький юбилей. 70-й выпуск, ну, как бы специалистов, дизайнеров мебели. Все начиналось сначала довольно давно. Первые специалисты были мастера, резчики и краснодеревщики. Их готовили в 40-е годы для реставрации разрушенных памятников архитектуры в пригородах Ленинграда послевоенного. И, собственно говоря, вот первые мастера, наиболее талантливые и умелые молодые люди, которые получились, они так, собственно говоря, и потом работали все на столярных работах, восстанавливая интерьеры, архитектуру, деревянные детали Петергофа, Пушкина, Павловска. Вот. Ну, в общем, было подготовлено энное количество этих мастеров, и потом, после войны, значит, началось восстановление Ленинграда, города, и потребовались проектировщики и мастера, и дизайнеры. Ну, тогда это еще называлось просто проектировщики мебели. Вот. Значит, и первые выпуски, они попали в проектные институты. Началось строительство судов гражданских и военных. И туда тоже требовалась мебель, интерьеры в каюты. И, в общем, множество специалистов, которых тогда выпускали, они попали в вот эту судостроительную отрасль. В 60-х годах, после того, как произошла смена парадигмы стилистической, и когда был взят курс на обеспечение жителей страны определенным жильем определенного качества, то есть это хрущевский период, условно говоря, то есть начали готовить специалистов, которые уже в полном смысле были дизайнеры. Мебельные предприятия, небольшие и малые, которые выпускали в 50-е и довоенные годы мебель определенной стилистики, такой опирающейся на классику, в 1962 году было принято решение на уровне правительства СССР, и, значит, появился фактически мебельный дизайн. Слова еще такого не было, но мебельная промышленность была индустриализована, и из небольших мебельных фабрик, столярных производств, были созданы большие мебельные комбинаты. Появились те самые знакомые всем плиты ДСП. Из них появилась корпусная мебель. Вот. И мебель стала полиматериальной. И в то время это был очередной такой пик и взлет конкурса на кафедру. И большая заинтересованность студентов. Страна была в начале 60-х годов на подъеме. Вот. Потом, значит, вся мебель, которая выпускалась в СССР, северо-западном регионе, все проекты выполнялись выпускниками нашей кафедры. И не только мебель. То есть выпускники нашей кафедры успешно работали в специальных интерьерах. Потом, 91-й год, значит, изменяется парадигма экономического в стране. Мебельные предприятия акционируются и становятся практически все частными. И если в эти годы множество промышленных предприятий, которые выпускали разные продукты, они как бы погибают или закрываются, то мебельная отрасль, она тем не менее выжила. Началось масштабное довольно строительство жилых и общественных зданий. Вот. И туда потребовалась мебель. В общем, все это начиналось сначала с некого мебельного импорта. Появились и предприятия, которые начали выпускать совершенно разную мебель. И на этих предприятиях потребовались тоже специалисты-проектировщики. То есть мебель – это сложные предметы. С одной стороны, они все знакомые, и все мы про них знаем. Мы пользуемся ими с детства. И кажется, что, в общем, это довольно несложные предметы. Но на самом деле узкая специализация дает для
для творчества дизайнера широкие перспективы, потому что по функциональному составу мебельные предметы очень разные. То есть есть группа мебели для человека, это кресло, сиденье, для лежания мебель, диваны, кровати. Вот, есть мебель, как бы дома для предметов, которые нас окружают. Это стеллажи, шкафы, тумбы, кухонная мебель. На сегодняшний день в стране существует множество предприятий, то есть несколько тысяч работающих мебельных предприятий. Это преимущество специальности именно дизайн мебели. Все люди, большинство, как бы думают, что мебель – это очень просто. На самом деле совсем не просто. И здесь именно аспект не в техническом плане, что, допустим, мебель – это очень сложные технические устройства. Это скорее… Здесь скорее вопрос стоит стилистический. То есть, в общем, мебельные предметы пространственные позволяют работать дизайнеру больше как художнику. Работать над образом предмета, работать над его стилистикой. Наши интерьеры становятся все более демократичными. То есть востребованность в разнообразных стилистиках очень высока. И для того, чтобы это все делать профессионально, требуются специалисты высокого уровня. То есть вот работа над стилистиками, над предметами и над их конструкцией, то есть требует больших и обширных знаний. Не только, допустим, эргономики и каких-то знаний истории искусств этих предметов, и знания, определенные навыки в такой творческой художественной работе, пластика скульптурная или цветовые композиции, но и знания технологии. В принципе, на нашей кафедре, на подготовке бакалавриата и магистратуры мы все эти знания студенту даем. То есть ряд заданий позволяет добиваться успехов. Наша подготовка достаточно глубокая и разнообразная. Помимо предметов общехудожественных, таких как рисунок и живопись академические или специальные, у нас существует две профилирующие дисциплины. То есть мы готовим проектантов, которые работают традиционными проектными методами при помощи и обычной графики ручной, какой-то рукодельной, и при помощи компьютерной графики, то есть работают на бумаге, в макетах. Мы еще в рамках экспериментального формообразования мебели в материалах, такая дисциплина, мы еще и наши студенты выполняют опытные образцы изделий. В данном случае они меня тут окружают. То есть мы изготавливаем такие предметы студенты своими руками. В этом смысле это преимущество наших выпускников. То есть они получают, с одной стороны, выходя от нас специалистами, и подготовку к проектированию предметов, притом уникальных, и для серийного выпуска мебельных. И с другой стороны, они получают подготовку в области дизайна интерьера, потому что большинство интерьеров именно и формируется в основном при помощи насыщения мебельными предметами. Приходите к нам, интересуйтесь. Вот, наши выпускники активно работают сейчас в разных отраслях мебельной промышленности. Они работают в дизайн-студиях. Они сами являются предпринимателями, организаторами мебельных производств. С нашей кафедрой в последнее время сотрудничают мебельные предприятия города и России. То есть это ведущие мебельные предприятия, такие как Первая мебельная фабрика или предприятие «Леда» из Калужской области. Это лидеры на российском мебельном рынке. С нами сотрудничают ведущие дизайн-студии Петербурга. Наши выпускники работают и выполняют правительственные заказы. Сотрудничают музеи. В частности, сейчас, готовится
выставка в Русском музее, посвященная мебельной тематике, и наши учебные предметы будут там фигурировать в экспозиции, которая будет представлять ретроспективу развития сидений. Я надеюсь, что этот проект будет удачным. Вот. И у нас также мы сотрудничаем, сейчас у нас такая программа, мы уже сделали проекты, и мы должны осуществить, допустим, два уличных арт-объекта, на которых можно сидеть. Это такие сидения, арт-объекты для музея петербургского авангарда, дом Матюшина. Вот. Возвращаясь к производственной теме, допустим, вот сейчас первый курс магистратуры, студенты работают по реальному заказу первой мебельной фабрики. Это не совсем, там фабрика в основном занимается кухонным направлением, но сейчас ее палитра расширяется. Это успешный бизнес, и мы будем выполнять комплекты мебели для того, чтобы застройщики могли продавать, допустим, квартиры не просто с отделкой, как это было в последнее время, но уже просто квартиры с мебелью. То есть, в отличие от других кафедр, у нас даже не академическое уже обучение, а вполне именно практика ориентированная. То есть, это доказывает, что наша программа вполне состоятельная, и наши специалисты очень хорошо конкурируют на рынке труда. Приходите, интересуйтесь, мы ответим на все ваши вопросы.